Международный день защиты детей в Химках отметили, как обычно, широко. С самого утра в парках округа работали аниматоры. Для детей организовали праздничные шоу, мастер-классы и концерты. После этого всем маленьким гостям праздника бесплатно раздавали мороженое. По словам лидера движения общественной поддержки Людмилы Клименко, это отличная традиция. Какой же детский праздник без сладкого? Прекрасное настроение, шикарная погода, и в парке Дубки проходит празднование этого международного праздника. Бесплатно угощали мороженым во всех парках округа. В Международный день защиты детей в Химках команда губернатора раздала детям более 3000 вафельных стаканчиков.